Настя вынесла детенышей нам. Мальчик и девочка. Адвокат. Ай-яй-яй-яй-яй. Какие красавцы. Крошки. Ляля, когда они родились? Вторая неделя. Да. Уже большие почти. Почти. Какие же они большие. Скажи, значит, глазки уже открыты. Мы начали глаза такие. Ага, ага. Более четко. Вот теперь мы, что наша задача, в чем? Понимаешь, я верю только в то, что людям можно на них воздействовать через эмоции. Что бы ты им ни рассказал, вот сейчас мы скажем, покажем всем, и всем покажем, за что мы деремся. Самое красивое вот это. Валя назвала адвокат и судья. Девочка и мальчик. Судья, ты моя судья. Да, скажи, это будут девочка, защитники. Девочка-судья. Наш адвокат, да, назвала этих двух ребят адвокат и судья. Долго произносить адвокат. Окей, Ляля, по блату. Как родится первая белая кто-нибудь девочка, назовем Юля. Джулия. Хорошо? Да. Да. Ну что? Я здоровая. Да, да, маму. Без мамы. Нет, ну-ка, ладно. Галка, а я могу секунду тебя попросить, да, между нами? Ты можешь на 2 минуты отойти? Хорошо. Нет, туда, куда-нибудь.